В Якутске прошла первая городская олимпиада по правилам дорожного движения. В 31-й школе госавтоинспекция совместно со столичным управлением образования проверили уровень знания детей ПДД. В олимпиаде приняли участие около 100 школьников. Состязание проводилось в два тура, которые состояли из тестовых и практических заданий. В командном первенстве победила группа школы номер 31. Второе место завоевали учащиеся 19-й школы. И почетное 37 место присудили городской классической гимназии. Во время мероприятия в первую очередь была организована проверка детей на знание правил дорожного движения. Также были вопросы по истории госавтоинспекции, а также завершающим туром явилась проверка знаний по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим лицам в результате ДТП. Хочется отметить, что результаты были неплохие, и можно сказать, что дети справились с поставленными задачами.